Арреру, мои маленькие любители, покушайте, мы продолжаем. Выкидыш у свиньи. Ну что ж теперь. Ребят, я вот эту область хочу немножко сейчас выдолбить, чтобы поставить чуть побольше сюда наших аккумуляторов, перенести их вот от сих пор к нам на базу. Это нужно для того, чтобы... Я пока не придумал, но обязательно, когда придумаю, обязательно скажу. Погоди, у тебя корь? У тебя же, я смотрю, у тебя не было ничего. Иммунитет 61, корь 69. Ты что, ебанутый, что ли? А, отдыхай. И будем тебя придется лечить передовыми медикаментами. Ой, блядь, почему так все через жопу-то опять, а? А, кстати, у нас вроде есть как бы сейчас лук короткий на складе. По идее, по развлечениям, да, мы можем сделать мишень для лука. Давайте сделаем, займемся этим. Габелла скоро у нас станет нашим новым колонистом. У нас может не вылечиться Хершел. Из-за того, что он больной, он заразился корью, и сейчас у него большие шансы помереть. Даже с тем учетом, что мы лечим его передовыми медикаментами. Если бы я заметил это чуть раньше, Хершел мог бы реально выжить. Так, мне кажется, у него большие шансы умереть. Нам не хватает очень сильно лечебных кроватей. Из шкуры раптора, допустим, или из какой-нибудь чешуи дракона. Грязь на кухне, вы что, ебанулись, что ли, опять? Почему никто не подносит, ребят? Стоять. Уля нет? Ну, бляха-муха, единица. Почему все по пизде-то пошло? Заправь, пожалуйста. А, ты выработал иммунитет. Ну, Хершел будет жить, да. Неплохо, уже неплохо. А ну, сейчас нужно медицинские кровати нормально сделать. Налет. Все, не слава богу-то. Посмотрим, что там у нас. Мутанты? Мутант, хотя один, да? Ёбана жизнь. А, давайте все в безопасную зону. А дальше будем думать, как с ними бороться. Стреляй на скидку. Убегай, убегай, убегай. Колышек ломает, пидор. Все, мы его подавили. Надо сейчас его добить. Вы свободны все. Все, наконец-то. То ты вот эту штуку можешь разделать два? Нихуя себе. Ну-ка, давай разделаем мутанта. Чё это нам даст? Плоть гуманоида. Давай, пожалуйста, плоть гуманоида у нас не будет здесь храниться. Было бы шикарно. Сколько лечебных лекарственных трав. Просто охуенно. Так, давайте. Я не знаю, где это лучше сделать. Я не планировал медотсек. А, нет, я планировал медотсек. Вот здесь вот. А, приказы выдолбить вот эту часть надо. Пельмень, будь добр, дам. Дело в том, что у нас уборщика нормального нету. Никого. Так вот давайте сделаем. Еды у нас все меньше, тем временем меньше. Картошки вообще мало осталось. Лекарственные травы еще, сука, никто не переносит. Ребята, вот пожалуйста, пожалуйста, очень срочно вот это надо перенести, потому что все испортится. Еще угля не хватает. Давай, плавь, сука. Не хватает ему угля. Ты же понимаешь, что я тебе поставил на паузу этот проект? Я не понимаю, зачем ты его до сих пор делаешь. Тем более... Так бездарно, потому что ты не должен так далеко бегать. Вот у тебя радиус поиск. Вот он. Не бегай никуда. Жара, класс. По температуре давайте поставим здесь. Спарительный охладитель. Потому что, я так подозреваю, нам очень сильно понадобится. 77 лечебных трав, нам этого хватит очень надолго. Куда побежал? Ты где, двойка? Ты что там далеко так делаешь? Сбежать она вздумала. А теперь лечи себя и ее. Лекарственными травмами качество лечения будет гораздо лучше, поэтому... Новый рекрут. Ура! Я не могу нарадоваться просто. Я уже забыл, кто ты такая у нас. Ты дохуя умная. Ну, типа, притворяешься, по крайней мере. И горняк, да, ты у нас? Ну да, горняков у нас мало. Детство мстительное дитя, меланхоленько она еще к тому же. Ты можешь отдыхать до выздоровления, Габелла? Потому что не маять тут и не мешать всем, пожалуйста. Выздоравливай, а потом приходи. Лук тебе дадим рекурсивный. Стрела тебе штук 50, стрела каменная. И кирку. Кирку и молоток еще до кучи. У нас еды нет, вот от чего недоедание. Пожалуйста, готовь. Отдавленный еще... Ты чё, ебанулась, что ли? Готовь, ёб твою мать. Почему ты не хочешь готовить, объясни мне. А, ты готовишь? Нет, ты не готовишь. Ты убираешься, нахуя ты убираешься? А, грязь на кухне, чтобы не было добав, ладно. Пельмени, надеюсь, ты сытый? Более-менее.
Пойдем охотиться. На баранов хотя бы. Стой, ближний бой зря начал. Ты, блядь, пельмень! Ой, как же ты меня бесишь, а? Пельмень, пожалуйста, у тебя есть, сука, винтовка, ты ее можешь, сука, взять? Сука, выстрелить в барана? Спасибо. Принеси. Главное, что у тебя заражения сейчас не было. Конечно, ты получаешь добавь грязь на кухню, у тебя тут, блядь, фекальный ил валяется. Ушибы, это ссадина, ничего страшного у тебя. По назначениям мы, кто там у нас, Габен, ставим длинный меч и щит вроде как у нас, да? Треугольный щит. Замечательно. Теперь он у нас будет миличником, который будет обороняться. Двоечка, я понимаю, тебе хочется спать, но, пожалуйста, разделай все нахуй туши и ложись. Потому что ты реально бесишь. Как все бесить. Эклонисты какие-то чмыри. О, урожай картошки поспел. Замечательно. Почему тут картошка хранится, блять? Вы чё? Тут не хранится картошка, вы чё, ебанули что ли, ребят? Ребят, пожалуйста, перенесите плоть гуманоида, она заебала тут лежать. Просто меня занимает. Почему не засадили? Хершел! Вот, чё, вот давай посмотрим за тобой, чем ты занимаешься. Давай только договоримся с мы с тобой, то что по работе ты даже усиленным носильщиком не будешь заниматься. Угу. Ты хочешь сказать, у меня реально компоненты кончились? Да, это беда. 10 компонентов всего осталось. Маловато будет. Ну там куча кораблей, поэтому не принципиально пока что. Метеорит упал. С известняком. Охуенный метеорит. Просто. Муа. Конфетка. Хершел. Ну, блять. Давай без льна пока. Вообще удалим эту нахуй область. Окей. Потому что она нахуй не нужен. Сейчас не нужен, блядь. У нас сейчас в приоритете немножко другие вещи. Но сначала заси картошечку, потому что у нас нету еды вообще. Какая высокая трава. Ура, ура, Хершел пошел сажать картофель. В конце осени. Мы светокамень нашли. В пещере у нас. Тоже неплохо. В смысле, нет места на складе. Вот что такое, вот, блядь. Что это такое? Стоять! Почему? Как же вы меня бесите! Какого хуя, блять? Пожалуйста, объясните мне, блять. Какого нахуй хуя вы меня заправляете, блять? Этот ёбаный, сука, генератор. Блять, сложно, что ли, я не понимаю. У вас в приоритете это стоит, суки, блять. Так будьте добры поднять свою ёбаную жопу и заправить этот ёбаный генератор. Вечеринка, блять. Почему тут всего 4 штуки лечебного корня? Вы что, ебанули, что ли? Постепенно компоненты кончаются, это очень плохо. Нам нужно будет тогда построить штуку, которая позволит нам производить эти компоненты, хоть в ограниченных, но все-таки количествах. Для этого нужно будет заняться сталеперегонкой. Вот в этом месте я планирую сделать себе ветровые генераторы, чисто для вида, и солнечные панели также. Мы изучили карьеры, в принципе, можно уже начать ударяться в производство, то есть выработка карьеров, но я пока не хочу этим заниматься. Пока у нас слишком времени на это нет, и колонист, в принципе. Производство, где это называется штука, вот, не оружейная, камнеобработка, нет. Вот, стол компонентов. Хоп, стол для компонентов есть. Так, тогда нам нужно будет построить здесь еще один сундук. Вот здесь вот, да. Сундук, в котором мы будем складывать все наши компонентики. Да, давно не было налета. Вот он налет. Противник нападает немедленно. Лук, гранаты есть у них. Ива, лук, хорошо. Пельмени, иди сюда. Так, все питомцы, в том числе, в зону безопасности. Все в зону безопасности.
примерно, да, вставай сюда. Ты вставай сюда.